Добрый день, здравствуйте, дорогие наши покупатели. Я хочу напомнить, что вчера после прямого эфира, если вдруг вы еще не успели посмотреть, у нас стартовала распродажа на часть летних позиций. Туда же включен люрекс, пайеточки включены. Все, что у нас попало в раздел распродажу в эти 3 дня, это пятница, суббота, воскресенье и понедельник включительно, находится на сайте в разделе распродажа. Там цена уже с учетом скидки. То есть вам не нужно вводить дополнительные никакие промокоды, вы просто добавляете товар в корзину и оформляете ваш заказ. Если вдруг у вас не открывается сайт или что-то не получается, обязательно свяжитесь с нами, напишите нам в Telegram, либо ВКонтакте, либо там есть мой личный номер телефона, заканчивается на 2859. Я обязательно помогу вам с оформлением заказа. Так, дальше, что я еще хочу вам показать. Напомнить хочу о том, что у нас недавно приехали спицы Чагу, много наборов, приехали бамбуковые спицы, разъемные. Сейчас я вам буду их показывать и немножечко рассказывать. Наборы у нас приехали как бамбуковых, так и металлических спиц. Новиночка в нашем магазине – это наборы миники, это металлические спицы, очень тонкие, от 1,5 до 1,5, до 2,5. То есть там идет 1,5, 1,75, 2, 2,25 и 2,5. Вот такие калибры спиц. Ну и лесочки там тоненькие, конечно, тоже в комплекте. Эти наборы у нас в двух длинах – 10 сантиметров и 13 сантиметров. Кто мечтал о таком наборе, пожалуйста, мы для вас их привезли. Приехали наборы металлические, самые популярные, востребованные. Это у нас половинчатые наборы от 2,75 до 5, в двух длинных и 10 сантиметров и 13. Также полноценная комплектация приехала у нас до 10. И бамбуковые приехали наборы. Кстати, на полноценные на 13 у нас уже закончились, но есть у нас на 13 сантиметров еще половинчатые от 2,75 до 5. Так, дальше. Полноценный набор десяточки у нас есть, и половинчатый тоже есть у нас десяточки. Покажу вам спицы поближе. Потрясающие спицы. Бамбук – это у нас трава, да, мы все знаем, это не дерево, не путаем. Носики у них потрясающие. Посмотрите, они умеренно острые, они достаточно длинненькие для того, чтобы петельки заскакивали сами на спицу. Очень приятные в руках. Не такие скользкие, как металлические и как ламинированная береза, но у них тоже достаточно хорошее скольжение. Очень-очень рекомендую эти спицы для вязания кедмахера на шелке, для вязания шелка стопроцентного. Замечательно идет пряжа по этим спицам. Она за них немножечко как бы цепляется, да, и не дает утекать петелькам, и петля в высоту у вас формируется ближе к той, которую бы вы хотели видеть, да, нежели когда мы вяжем, и у нас вот пряжа утекает, вискоза, допустим, та же самая, да, и мы стараемся, затягиваем, затягиваем, а она все равно не получается и той плотности, которая нам нужна, и приходится напрягать ручки наши, и они у нас быстрее устают в процессе вязания. Нам это надо? Нет, конечно. Мы хотим получать удовольствие от процесса вязания, поэтому настоятельно рекомендую просто подбирать правильный инструмент. Ну и давайте посмотрим еще поближе на эти спицы. У них здесь есть гравировочка с калибром. Вот в данном случае у меня в руках 2,75 спицы. Обратите внимание, возле патрончика стоит гравировочка S. Это значит, что спицы для лески S и спицы сами S. Да? То есть лесочка подходит сюда S-очка. Идеальный стык, переход от самой спицы на патрончик металлический. Сейчас постараюсь поймать, чтобы вы разглядели. Вот смотрите, видите? Ну и, соответственно, на леску переход тоже отличный. Я потом видео чуть-чуть попозже выложу, посмотрите. В наборах у нас спицы от 2,75. Комплектация у них одинаковая для всех наборов. Это S-ка набор, да, половинчатый мы называем. От 2,75 до 5. В этих наборах никогда нет спиц номер 3 мм. Они покупаются отдельно. Они у нас тоже есть, девочки. Какие-то у нас уже мало осталось. Я заказала. Едут. Так, в наборах полных от 2,75 до 10 нет трешки и семерки. И еще, чем отличается набор бамбуковых спиц от металлических? В наборах бамбуковых спиц леска не красная, вот такая. А леска у них там своя, прозрачная, именно прям леска. Здесь, если у нас стальной трусик в оплетке, то в наборах бамбуковых спиц у нас идет лесочка, прям настоящая леска. Очень мягкая, пластичная, и преимущество этих лесок, у них крутящийся патрончик с идеальным стыком. То есть там ниточка не застревает. Вот. Ну и, конечно же, вот эти лески сюда спокойно у нас присоединяются, они все коннектятся, и, соответственно, если у вас есть набор металлических спиц, рекомендую вам докупить просто в комплект ходовые для вас калибры
именно бамбуковых спиц, потому что на эти лесочки они подходят, которые у вас в наборе. Также, если у вас в ходу все спицы, да, калибры спиц от 2,75 до пятерки, то, конечно, вам я рекомендую приобрести набор. И, соответственно, количество лесок у вас увеличится, ну и будет у вас два набора, и все будет у вас на своем месте. Съемные спицы у нас в наличии от 2,75 до пятерки в двух длинах 10 и 13 сантиметров. До пятерки это спицы, которые подходят на леску S. Едут к нам уже, приедут на следующей неделе спицы от 5,5 до 7 миллиметров. Это спицы, которые подходят на леску L. Но не переживайте, если у вас нету лесок L, но вам нужны спицы 5,5-7, вы просто покупаете переходничок, который позволит вам. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Вот такой вот. Не забывайте коннектор. Переходничок. Он позволит вам присоединить ваши спицы L от 5,5 и выше к вашим лесочкам S. То есть вы в свой набор, да, вот в такой или в такой, можете докупить спицы 5,5 и выше и не докупать отдельно лески. Просто присоединить с помощью переходничка на ваши лески вот эти спицы, которые вы докупите в набор. Вот такие классные аксессуары есть в Чагу, да, и они позволяют вам совершать множество комбинаций с вашими спицами и лесками. Также отдельно можно докупить себе стоперы для лесочек. Правда, классная штука на самом деле, очень полезная, нужная, и в наборах их мало, поэтому я рекомендую их докупить. И если вы соединяете лесочки, то у нас есть вот такие вот соединители, коннекторы для того, чтобы соединить две лесочки и создать большую длину. Все это есть у нас на сайте. Ну и это тоже. И еще одно небольшое дополнение. Наборы бамбуковых спиц чуть-чуть дешевле, чем наборы металлических спиц, если для кого-то это важно. Да, имеет для вас, если это значение. Девчат, все, что я вам сейчас показывала, есть на нашем сайте, поэтому проходите. Ссылочку я сейчас прикреплю.